сок, дран. Кошки испытывали странную страсть, как и пишет беда. Они снова и снова. 3% от выхода отчета должна подбирать и составляла 44%. Ну, так все быстро меняется в мире, причем в мире финансов. С вами был Алексей Завьялов. Удачи! Да мне похую, блядь. Ого! Вы не... Ты ебать, да. Капец. Ты съебался, да? Не-не, вон стоит. Или разгонись. Тормози, тормози! Тормози, 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 тормози. Что такое? Твою мать. А что было? Ну куда ты, блядь, едешь-то? Ну он виноват, конечно. На следующий день не так. Что можно было? Ёб твою мать, Вадик! Так вот, понимаешь? Ох. Один и туда улетел, живой он или нет? Придурок. Там. О, блядь, нельзя, конечно, какая-нибудь.
Опа! На красный полетел. Там еще Саша сейчас видит. Все, стойте. Блядь! Придурок! Ёб твою мать, а! Аварийку. Включила. Пиздец, блин. Ошибись, приехали. Охуеть нахуй! Хоть заснял, блядь.